Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И это видео я хочу посвятить негативным отзывам о препарате «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. Как вы знаете, специально для мужчин я разработала препарат витаминно-минеральный комплекс с добавлением натуральных экстрактов, который улучшает мужское здоровье, соответственно, улучшает иммунитет, воздействует на вашу потенцию, профилактирует развитие сексуальных дисфункций, повышает либидо, улучшает качество сперматозоидов и повышает уровень тестостерона. В своем составе мужская мощь содержит цинк, селен, витамин С, витамин D3, натуральный экстракт женьшеня и ее хинбина, которые являются, природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Принимать по одной капсуле два раза в день, банки хватает на курс на месяц. Очень много положительных отзывов приходит от вас, дорогие зрители, дорогие мои пациенты. Я благодарна вам за это, потому что мы прошли все проверки. Состав абсолютно выверен и уникален. Почему? Да, как содержит необходимые дозировки витаминов, микроэлементов и натуральных экстрактов, которые не мешают друг другу работать, а воздействуют комплексно, именно в комплексе на организм. То есть именно правильные формы цинка, селена, витамина D. И, соответственно, все, что написано на этикетке, именно такие дозы, как у нас есть свидетельство государственной регистрации, содержатся в каждой капсуле. И когда мне приходит, я понимаю, что часто, к моей радости, да, можно сказать, к радости-сожалению, есть определенная группа, так сказать, недоброжелателей, которые заказывают мужскую мощь, пишут негативные отзывы. Я сейчас очень практически всем отказываю в рекламе, да, как вы знаете, потому что, во-первых, препараты порой недостаточно качественные, и, соответственно, сколько бы там ни предлагали денег, я от этих реклам отказываюсь, да, и часто встречаюсь с тем, что именно после этого начинают вот прилетать какие-то негативные отзывы. Я в этом видео хочу немножечко разъяснить самые часто встречающиеся отзывы. Во-первых, пишут, что это витаминно-минеральный комплекс. Я нигде не говорю, что это, соответственно, лекарственный препарат. Это витаминно-минеральный комплекс с содержанием витаминов, микроэлементов и натуральных экстрактов. Соответственно, он имеет накопительный эффект. То есть, если вы принимаете регулярно и длительно, эффект будет. Опять же, у каждого из вас абсолютно разные проблемы изначально. Кто-то вообще немножечко страдает, да, там, нарушением либидо или плохой потенции, но в небольших таких количествах, только начинающиеся нарушения. У кого-то уже серьезнейшие воспалительные застойные процессы. Соответственно, одна группа мужчин видит эффект, принимая 1-2 капсулы, то есть практически с первых дней. Кто-то этого эффекта не видит, так как им нужно хорошее комплексное лечение, им нужно длительное восстановительное лечение. И, конечно же, здесь только мужской мощью не обойтись. То есть нужно обращаться за консультацией к урологу для назначения хорошего специфического лечения. А мужская мощь будет именно воздействовать в комплексе. Еще раз хочу пояснить, то есть это не лекарственный препарат, который вы выпили и получили эффект. Да, мы этих эффектов добиваемся, но опять же, у кого-то эффект будет сразу, у кого-то чуть позднее.
Это первый момент, да. То есть надо понимать, что мы воздействуем в целом на репродуктивную систему, на иммунитет, и только вот таким комплексом именно добиваемся потрясающих эффектов. Я считаю, что для препаратов, улучшающих потенцию, эффекты потрясающие, что это именно витаминно-минеральный комплекс, витаминно-минеральный, там нет сильных психотропных, каких-то стимулирующих веществ. Тут есть именно лекарственные экстракты, которые не вредны и оказывают воздействие на потенцию. Поэтому у многих мужчин даже снизилось давление, улучшилось настроение, меньше стали болеть, потому что, еще раз повторюсь, эффект комплексный. Следующий момент. Многие пишут, что как-то не нравится, как приходит банка. Я вам показываю специально. Я заказала баночку. Вот мне буквально на днях пришла. Вот так вот она приходит, полностью запакованный вакуумный пакет, то есть его никак не открыть. Банка, вот, соответственно, штрих-код Озона, QR-код, он может быть либо на пакете, либо на банке, в разных партиях у нас были разные вариации, соответственно, по этому QR-коду мы видим, если вы загрузите себе приложение «Честный знак», отсканируете QR-код, что мы прошли все проверки и вся доказательная база есть. Опять же, анонимность, я думаю, что вот так вообще никто не увидит, что вы там покупаете, потому что действительно достаточно мелкий шрифт, и что вы там заказываете, абсолютно не видно. Я точно так же забирала вот из пункта выдачи. Соответственно, оператор в любом случае в черном это будет пакете, в коробке он видит, что вы заказываете на компьютере. Если он выявил какую-то реакцию, даже если вы заказываете игрушки для взрослых, соответственно, оператору это будет видно и понятно из вашего заказа. Если он выразил какую-то реакцию, вы можете обратиться в службу поддержки, и сейчас это все, в принципе, очень быстро решается и наказываются операторы. Соответственно, вот так выглядит. Вот. Все запаковано, то есть... Почему мы сделали прозрачный пакет? Для того, чтобы вы видели, что банка целая, что она не мятая, что она не разбитая, на ней никто не сидел, ее не кидали. И Озон, соответственно, такие товары доставляет быстрее, что каждый оператор видит, что это именно мужская мощь, что это именно сертифицированный препарат, а что в черном пакете не то, что мы продаем мужскую мощь, а там у вас какая-нибудь там... кобра вылезет, условно, да, то есть все полностью достоверно, и вы видите качество банки, да, что она целая. Второй момент, при вскрытии пакета, то есть только вы первый его открываете, его повторно никак нельзя запаковать, это все делается на производстве, на заводе запаковывается, то есть вашу баночку никто не трогал. Соответственно, при открытии часто жалуются на то, что вот эта фольга немножко сдирается, то есть она должна быть полностью закрыта, да, это я открытую баночку вам показываю. Соответственно, что вот при открытии банки эта фольга по краю немножко вскрыта. Была такая проблема, но часто, если вы резко вскрываете банку, нарушался край. Сейчас мы каждую банку отдельно проверяем. То есть это не значит, что были какие-то нарушения. Это говорит о том, что из-за введения определенных санкций были проблемы с банками и вот с этой фольгой. Что не то, что ее кто-то вскрывали, а при резком вскрытии мог задеться край и чуть-чуть как бы вскрыться. Мы много раз это обсуждали с производством. Сейчас производство контролирует каждую банку, то есть проверяет на вскрытие вот этой защитной пленки. Но мы точно утверждаем, что каждая банка сертифицирована. Это практически был 1-2 случая из огромных количеств партий. И то я не могу точно сказать, потому что я, как и вы, анонимно постоянно заказываю
мужскую мощь, я с таким не встречалась. То есть я регулярно заказываю. Вот все, что мне приходит, абсолютно все запаковано. Опять же, я не могу утверждать и вам хочу сказать про то, что это не было сделано специально, сорвана пленка. Потому что часто фотографии, которые высылают, пленка повреждена, там видно, что пальцами, ножом чем-то ковыряли. Это все тоже видно на фольге. Соответственно, но понимаем, есть человеческий фактор, что может быть при резком открытии крышкой и некачественной, вот, ну, проблем с санкционными, с фольгой, клеем, там в 0,05% случаев мог этот край содраться, да, но сейчас каждую банку мы проверяем, то есть мы сменили фольгу, мы сменили, соответственно, вот это покрытие, чтобы все было абсолютно запаковано, как бы я с этим не встречалась, все отзывы, кто мне пишет, не с таким не встречались. Опять же, все под контролем. Каждая банка проходит проверку и сертификацию. Поэтому, дорогие друзья, кто принимал мужскую мощь, напишите мне, пожалуйста, что вам понравилось, что помогает, что действительно помогло, потому что знаю, что мужчины не любят делиться отзывами. Но, к сожалению, поскольку много, говорю, сейчас отказываю в рекламных кампаниях и вообще в сотрудничестве встречаюсь, вот бывает с такими негативными отзывами. Поэтому прошу вашей поддержки. И, конечно же, я уверена в работе мужской мощи и эффектов от ее приема. Будьте здоровы, ссылка будет в описании под этим видео.